Здравствуйте. Через 10 минут закрывается бутик. Через 10 минут. Вот эти вот кроссовки вообще классные такие. Легкие, не тяжелые. Это все для женщин, по-моему, да? Все цвета. Вот такие вот спортивные кроссовки. La Sportiva марка. Можете потом по интернету каталог посмотреть. А мне нравятся короткие, такие вот для спорта. Маечки короткие. Но я вижу, особо нету тут маечек коротких. Вот эти, что ли? Или это просто детские? Это детские просто. А, это детские. Все, видите, для детей. Раздули шапочек всех цветов, всех моделей, какой хотите. Шапочек. Ой. Так, мне бы тоже что-нибудь взять себе. Маечку какую-нибудь. Голубые цвета. Вот такой голубой мне нравится. Ай тровато от козову леви? Андреа. Добрый, Алмина. Видяна Алмина добрый. Добрый Алмину. Добрый Свенди. Это такой, о, здесь есть аутлет, здесь распродажа, поэтому так много народу. Кроссовки. Только кроссовки или еще есть? Ой, смотрите, какой аутлет. Вот такой вот мне надо, чтобы бегать. Так, посмотрим, какие цены, сравним с ценами городскими. 24 евро. Вот этот вот мне надо. 24 евро. Чуть-чуть, наполовину дешевле, да. Так, мне нравятся короткие маечки. Коротких маечек я не вижу. Шортики. Шортики. Шортики большие все какие-то. Большие размеры. Курточки. Ой, слушайте, какой раздоле. 83 евро. Ой, какие легкие девчонки. Абсолютно легкие, чтобы бегать. 83. Всех цветов 83 евро. 97. Это что? Вот эти классный цвет такой. По горам, что ли, ходить? 83 евро. Там мужское. Это все женское. Вот там-то 3 евро. Кости. Перкоза. Перкоза. Первая пещина. Смотримся. Все кроссовки. Возьму себе вот этот.